Друзья, всем привет, вы на канале Temp of Play, на связи Игорь, продолжаем играть в Wolfenstein Youngblood. Так, у нас там получается погоня за парочкой, за этих, так называемых, француженкой, немец там, скорешились, решили нас предать. Так, ну посмотреть, что у нас там по этому персонажу. И силы, сюда нужно 4, ну давай, ты будешь. Чтобы если вдруг скрытно где-нибудь придется действовать. Из пистолета может что-нибудь мне тут урон как-нибудь улучшить ему? Так, здесь 59. Ну, с этим скорострельность. У меня сейчас 50 урон. 253 в секунду. Автомат. Давай тут попробуем улучшить. Прицел. Так, урон 57. Скорострельность, урон остается так же. 54. Ну, скорострельность, урон секунду 307, 329. Нет, вот это лучше. Нет, урон секунду 3, погоди, урон секунду 315, 329. Вот это, да. А, мне не хватает. Чтобы это приобрести, нужно денежки. Ну-ка, посмотри, как он все. А, ну как. Где мой лазер? Кто тут что-то есть? Угу. Где? Очки опять очередные. Взорвется. Все, подобрал. Да, можешь сюда прийти потом за патронами. Есть тут записочка, здесь тупичок. А, то есть я вернулся, получается, обратно. И от этого так и не нашел код. Стоп, вот это было круто! Ой-ой-ой-ой-ой. Сам себе гранат кинул. Ну там вроде всех перебил. Значит, они там меня ищут, а я тут.
Ничего больше тут нету, да? Пошли тут. Что? Как тут взялась? Кто там? Не вернуться за. Молодец, сколько у вас тут. Там наверху что-то где-то есть. Так, девчата, я наблюдаю слабый сигнал от машины Энигмы совсем недалеко от вас. Начинается. Доберитесь туда, пока нацисты не разнесли аппарат. Энигма какая-то. Так. Что тут? О, отлично. Боезапас тут есть. Так, навыки посмотреть. Ничего-то нету больше, да? Где вот это, я не пойму. В машине, что ли? А, вон. Чего ты не берешь? Могу взять, блин, прикол. О, так взял. Софи, мы что, дуры? Как мы так легко клюнули на Жужу и Лотара? Слышь, не изводи себя так. Они всех обманули. Ну да, всех обманули. Кроме Эби, разве что. Так, а где я там потерял это патрон-то оставлял, я забыл уже. Тут невозможно открыть. Я записываю, ты блин. Забыл, где уже оставил. Тут где-то, по-моему. Да-да, точно. О! Так, тут что-то есть. Очки, патроны. Там наверху. А где? Угу. Тут не знаю я пароля. Сейчас ты прямо ударишь.
Так, нет больше скида. Да все тут, никого нету. Ничего не осталось тут. О, патроны. Все, идем туда. Я что-то здесь пропустил. Где-то наверху, говорит, лежит. А, там ящик, который я не смог открыть точно. Понятно. Так, я нашла еще кое-что о Жужу. Ее настоящее имя Жюли Брандт. Потомок французских дворян с первых дней войны поддерживает нацистов. Вышла замуж за Лотара Брандта в 57-м. Эта сучка по уши в дерьме. Угу. Она, понятное дело, предательница. Так, давай, открываем. Зигтурм. Зигтурм. Бойцы. Они попали в засаду, но многие выбрались. Один из них видел Лотара и Жужу в сопротивлении элитного отряда нацистов. Имейте в виду. Кто там ходит? Подходи, сейчас я тебе из лазера. Как это открыть? Еще один разобрал. Блин, у него так неплохо уходит уже оружие-то мое. Кончается. Я подлечилась и готова к бою. В основном предлагают... Сейчас тебя догоню. Так, это можно открыть. А надо мне это открывать? Надо. Но я пока туда не пойду. Сейчас я тут еще облазю. Вот это я так и не понял, как открывать. Вроде электричества, а вроде нет. Тут что есть у нас? Дискета с кодами. А, этот наверх нельзя, да? Чего? Там Энигму нужно найти. А, получается, я вернулся обратно. С самого начала. Да, так тут уже не откроешь, не пройдешь. Так, а как там наверх? Чего? Так, назад. Я насчет машинки Энигма. Она у нас тут.
пошли. Так. Оружие, говоришь, улучшение. Так. Электротрансформатор. Что он дает? Урон. Да. Не хватает больше. Так, что дает урон? Скорость зарядки, удобство. Давай урон. Сколько нужно? 740, не хватает. Так, жизнь у меня полная, давай. Открываем. Интересно, надо... Послушайте, Жужу, она же Жули Брандт, возглавила атаку на сопротивление, захватила лидера повстанцев Эммануэля и пытала его несколько дней на радость генералу Латару. Вы же перебьете всех этих нацистских ублюдков, правда? Конечно. Лаборатория X. Девчат, вы должны быть недалеко от входа в лабораторию X. Как я поняла, он замаскирован, так что хорошенько осмотрите все вокруг. Гранаты, все подбираем. Кто там орет? А тут вход в метро закрытый. Где-то вход. Так, держать, сестра. Ты у меня крутая. Дюжа крутая. Этим я займусь. За ящик, кстати, его можно открыть только гранатой. Угу, и фигушки. Жизни полные. Так, а что-то не взял, погоди. Чё-то. Привет, Джесс. Броня полная. Только информацию найдем.
Девчата, потайной лифт, который доставит вас в лабораторию X, замаскирован под рекламную тумбу. Найдите ее. На ней есть две наклейки с черепами. Если нажмете на них одновременно, двери лифта должны открыться. Да. Рекламная тумба, говоришь? Так, а там наверху я не... Как тут попасть наверх? Через вот этот? С балкончика? Ну-ка. Нет, наверх не могу попасть. Не допрыгнул вообще никак. Как туда прыгнуть-то? Да блин, на дерево можно допрыгнуть. Прикольно. Можно вон туда допрыгнуть как-то. Ну и как он? Нет, без опыта. Еще разочек. Ну, эх ты. Рекламная тумба. Давай. Вон что. Туда ведь можно как-то запрыгнуть. Залезь. Да и... На ящик вот нужен. Все, залезь. Достаем, откуда-то нету. Погнали вниз. Данных о лаборатории X очень мало. Ее наверняка хорошо защитили от посторонних. Если удастся найти главный сервер, заберите ключи у офицеров охраны, откройте его и дайте мне доступ. Запросто, Эбстер. А как вот тут это? Пройти через лазер, я чуть не пойму. Ну, ту дверь я, допустим, открою. Тут нельзя ничего открыть. Лампы есть какие-то.
Кто это был? Так, дискет как это есть. Ну, это, наверное, на предыдущие ящики, которые там были, код. Так, а как туда пролезть? Вот туда я уже не пролезу. Можем мне как-нибудь открыть это? Я только что видел тут. Давай, Софи, режь свиней! Я команда. Mehr Leute sind unterwegs. Мы даже не поняли откуда. Можно поверху пролезть, кстати, туда. Я возьмусь за лазерного пса. Пойдем. Нет больше никого. Нет, там тут еще один остался. Нет никого. Типа дверь открыть, да? Давай, открывай. Мне одной не справиться. Помоги. Так, что там есть? Дамы, последняя запись с кассет Лотара готова. Слушайте. Ich habe einen Plan. Ich habe herausgefunden, wo sich die Terroristen verstecken. Wenn Berlin mich ausschalten will, flüchte ich mit Juju in die Katakomben von Paris. Dort
infiltrieren wir das Hauptquartier der Terroristen. Wir werden sie benutzen, um gegen die Treulosen zu kämpfen und Operation Aufstieg zu starten. Es wird vielleicht etwas dauern, aber glauben Sie mir, Generalmesser, am Ende werden wir siegreich sein. Heil dem Vierten Reich! На этом все. Отбой. Там еще. Так, код опять не знаю. И компьютера нету. Так, тут ничего нету. Если я открою, я так понимаю, что я туда уйду. Да. Где там наверху? Еще. Там, я помню, ящик есть. Тут ящик, да? А это наверху еще лучше что-то есть. Тут взрывать можно. Ничего нету. Подними броню. Что это такое? Да жизнь у меня полная. Не залезешь никуда тут. Значит, не здесь. Давай открываем тогда проход где-то. Значит, папа находится где-то здесь. Они на нем ставили опыты. Возможно. Лучше об этом не думать. Так, чайные монетки.
Броня. О-о-о. Так, не зря они оружие это дают. Тут патроны стол. Значит, что-то тут бита какая-то тут. Перезаряжаем все. Где там, кто там? Где-то наверху. Туда посмотрим, что там есть. Тут что-то внизу есть. Туда. Да, отсюда я выйти уже не смогу. Обыскать там. Давай я так не схожу тут вот. Где-то что-то было. Вверху. Бегу бывает. К тебе, что я сил. Подобрал. Так, где там еще было? Тут где-то. Опа, кассета! Круто! А то не пройти, да? А, я знаю, как пройти, скорее всего, с той стороны, наверное, можно открыть. Да-да-да. Так, открыть не могу. Пошли и все. Больше ничего подбирать.
Софи, будь добра, помоги. Вот было бы круто заиметь такое подземное логово. Будет полный улет. И вы превратитесь в тех же самых фрицев. Что мне собрались делать в этом логове? Бомба. Аромата. Молодец, сестра! Ты ударил! Я из этого офицера говно вышибу! Я уж вышел. Кончились патроны. Кто еще тут, выходи. Разорванный. А как то пролезть? Прикинь, было бы круто найти на ней Wolfstone 3D2. Да вообще не говори. Где там была эта машинка для расшифровки, компьютер, так называемый? Где ты находил? Не знаю, пароль. Как раз вот сейчас вот я узнаю, где он. Два, три, четыре, код. Да. Ну, вот это я не знаю. Открой, не открой. Я какие-то коды нашел. Один, два, три, четыре, блин. Уже близко. Это почему? Не знаю. Просто чувство такое. О чем? А, он открывает. Что? Да. Все, я полный.
Класс. Весело. Надо было их вот этим жарить. Хорошая атака, открыть эту. Нужно это вдаль. Не. Ни одно оружие так не действует. А на это оружие мне нет патронов. Готов. Чужой. Так, держать. Спасибо, Сол. Трое. Нашла первый ключ. Хорошо. Ничего не осталось. Ключ где-то надо взять еще. Где? Вот что тут есть, еще пропустил. Ключи у нас, Эбби. Так, теперь откройте для меня сервер. Сейчас, пока я болтаю все. Можешь мне помочь, сестра? Да,
Ну. Сервер открыт, Эбби. Есть. У этого компьютера реально продвинутая система защиты. Дайте мне минутку. А, то есть мне сейчас отстреливаться, да? Так, сервер взломан. В общем, я нашла инфу по энергообороне Латар. Она реально крутая. Если встретите его, берегитесь. Ладно? Куда идти? Не туда. Пойдем куда-то. Оружия-то не так много. Перезаряжаем все, что есть. Отправляемся на поиски. Так, X. Лаборатория X, хранилище. Да, это та самая дверь, походу. Опа-на. Это отец. Что надо? Папа? О боже. Лучший папа в мире. Быть не может. Мои девочки. Мои девочки. 60-х это был наш единственный шанс остановить фюрера. Ключ открывал двери в другие места, но однажды исчез. За вами был хвост? Вряд ли. Нацисты стараются сюда не спускаться. Пап, ты разве у них не в плену? Нет, солнце. Я сам пришел сюда, чтобы вновь открыть дверь и починить то, что сломал. В смысле? Что? Что именно ты сломал? Весь мир, Софи. Пап, да ты чё? Ты убил Гитлера. Гитлер создал устройство, которое включилось в момент его смерти. Этот мудак хотел устроить конец света. Макс это первым заметил. Внезапные погодные аномалии, жуткие грозы, ураганы, ливни. Почему ты нам не сказал? Сет провел расчеты. Вывод был один. Наш мир скоро станет непригодным для жизни. Я понял, что должен найти его. Когда Сет умер, я пришел сюда. Французская нацистка хотела использовать меня в своих целях. Но я ее раскусил. И нашел это. Так давай, пап, открой дверь. Не получается. Почему? Я действовал по инструкции Сета. Но дверь была закрыта. И кое-что заставило меня усомниться в реальности. Па, о чем ты говоришь? Есть другое измерение. Одно из сотен. Оно отделено от нас гладью пространства и времени. И там... Что там? Там другой мир, где все хорошо. И там у вас другая нормальная жизнь. Это чудесный мир. Совсем не такой, как наш. А этот гребаный мир обречен. Из-за меня. Там кто-то подслушивает или кто-то. Фриц, вот он. Один, второй. Западню. Это какой-то бред. Ты как-то сказал мне одну вещь. Напомни. Пока мозг занят лишь прицелом, все твои чувства в отключке. Помнишь? Ага. Теперь ты прекрати смотреть в прицел и оглянись вокруг.
Каким бы ни было то измерение, мы сейчас в этом, и мы, блин, сделаем так, чтобы тут жилось не хуже. Как в свое время сделал ты. А вдруг уже поздно? Сейчас его тогда пристрелят. Будем драться. Походу, да? Вместе. Ну-ка. Ацета. Охренеть. Фокусирует энергию других измерений. Что там? Что это такое? Джесс, повернись. Кажется, это где-то здесь. О, что это за хрень такая? А? Теперь ты будешь валить нацистов пачками, детка. Пачками. Что-то новенькое, что-то новенькое. Убейте Бранда, пока они на земле. В небе мы их никак не остановим. Ты разве не с нами? Нацисты бросят на вас все свои силы. Я останусь и задержу их. Ступайте. Готов, Кеннет? Получше, чем ты, Артур. Стухни, безмозглая. Как же. Овца. Tut mir leid, General Messer. Was haben Sie gesagt? Sind wir soweit? Jawohl, Herr General. Wir haben den Siegturm gesichert. Sie können jetzt den Angriff auf Berlin einleiten. Mit Vergnügen, General Brandt. Heil dem Vierten Reich. Heil dem Vierten Reich. Ah, es ist so schön, zurück zu sein. Вот у него броня. Hart für meinen Traum gearbeitet. Beinahe sind wir am Ziel. Und fast hast du alles zunichte gemacht. Halt die Klappe! Du liebst mich aber noch immer, oder? Dreimal. А ты как думаешь? Darfst du raten? Нет. Soldat, den ersten Aufstieg einleiten. Jawohl, Herr General. Die Geschwister Blaskowitsch sind in Anmarsch. Verdammt nochmal! Surprise. Jawohl, komm, bereit mal an, Juju. Stell dich vor die Tür. Ist das sicher? Ich geb dir Rückendeckung. Lothar, ich mein... Stell dich vor diese verdammte Tür! Сейчас будет интернет.
убили ее. Он убегает. Обратными пулями. На крыше, походу, сейчас будет драка. Эй, Эбби! Прием, прием, Эбстер! Черт, связи нет. Надержитесь. Хорошо. Не вовремя. Рядом могут быть враги. Смотри, эй! Оба. Ты где, Соф? Я снова в деле. Сейчас мы им устроим. Перезарядить все оружие. Так, вот это вот. Так, Б, по-моему, да? Беру все тут. За ним. О, оружие восполнил. Так, туда. Победа или смерть, Софи. Помнишь? Мы с тобой до смерти успеем еще наворотить целую кучу дел. А что у нас там есть еще из этого? Из-за оружия улучшить. Это я не улучшу, наверное. Чего? Все, не хватает денежек. Чуть-чуть не хватает. Можно упасть. Постреляй к них.
сам пробежал. Так, а можно сюда где-то? Что тут есть? Так, прожился неплохо патрончиками и, по-моему, денежками. Так, оружие. Тут все, тут все. Тут все. Так, вот это улучшено. А, 740 нужно. Так, жизнь. Мне одной не справиться. Помоги. Подобрал. Будет там где-то выбить дверь. Ладно, пошли, сейчас где-то выбьем. Десяточку монет. Давайте выбьем. Монет уже есть. Так, патрончики. Больше ничего нет. Кто там? Ем, попасть могу. Где-то остался. Так, тут нельзя зайти туда. Потому что не особо много там. Это плохо, но тут пушку-то нет. Как ракета, что ли?
Жизнь полная. Мы пошли. Сейчас, походу, с ним еще раз драться придется. Не использовать, а снять ее не смогу, да? Аватар остановить. О, сейчас. Опа! У нас гости, Соф! Ага. Они здесь, Джефф! Почему я назад иду все время? Я патрончиком делаю.
Один выстрел всего лишь. Давай, Джесс! Надо его замочить! Я пытаюсь! Вспомнить.
Бей по ранцу! Долбал он летать. Может стоять чуть. Давай, Джек! Надо его замочить! Я пытаюсь! Беда с патронами. Сегодня здесь сравнение клавиатура, которая зависла. Точно, мудак! Готовься к смерти! Там хана ему нет. Надо его скорее сбить! Сколько ему надо туда попасть? Так, все. Все ему хана! Конец. Завалили? Сколько вас там внизу еще? Где-то есть что-то. А. Вау, сколько оружия. Наконец-то. Мне суждено создать новый мир по самим небесам!
Эй, Софи. Ты бы в другом измерении что делала? Я написала бы свою первую книгу. Ну и о чем? О двух сестрах и их приключениях. Охеренная будет книга. Ясное дело. А ты? Гуляла бы где-нибудь в полях, где солнышко светит, ветерок дует, вокруг куча зверья. Радовалась бы жизни. Твою мать! Больше никогда так не делай! Чё это? ФБР-то не справилась бы. Чёрт. Слушайте все! Мы сорвали планы по созданию четвёртого рейха. Но это всего лишь отсрочка. В одиночку нам не справиться. Нужно искать союзников по всему миру. То есть, значит, ты нас бросаешь? Пока мы в отъезде, вы остаетесь за главных. Мы справимся. Не вопрос. Нашим девочкам все по плечу. Чёрт, это точно. О, да. Что будет дальше? Скоро сюда заявятся берлинские дружки Жужу и Лотара. Мы будем ждать их. Класс. А пока, сестренки, есть дело. Валяй. Захватите как можно больше технологий Лотара и Жужу. Нам надо готовиться. Чему? Ну, к концу света. Ага, ясно. Если нацисты поднимутся в небо, придется и нам. Мы не дадим этим мудакам победить. Это уж точно. Скоро дождь, девочки. Да. Конец игры. Не, они, то есть, мне предлагают пройти какие-то еще дополнительные задания. Но что-то не очень хочется побегать по ним тем же локациям. В общем-то, как-то так, такая вот игра, я бы сказал, не очень получилась. Так, среднячок. Сюжет, конечно, так себе. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И пока.